Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктора. Сегодня уже вечер, 6:30. Друг вчера мне дал двигатель. Старенький контактный движок двухскоростного мопеда. Ну, как бы он полуразобранный движок. Поршневая еще ни разу не снималась. Ну, как, может, раньше и снималась, но я еще ее не снимал и хочу вам сейчас ее показать. В каком она состоянии. Вот такой движочек. Здесь гаечка. Не знаю, в каком состоянии коленвальчик. Коробка вращается. Ну так не дергается ничего. Угу. Все как бы на мази. Ну что, одной рукой попробую, конечно, сейчас снять поршневую. Сперва головку снимем, что у нас здесь. Угу. ШЭП 57. Да. Так что вот она. Дальше. Грязь. Что это такое, непонятно. Шпилька. Ага. Так. Прокладка порвалась, но она здесь. Да ты посмотри. Вот так. Ну, сейчас не поймешь цилиндр. В каком он состоянии. Так-то вроде вверху подзаржавел. Ну да, есть чуть-чуть небольшая ступенька. Дальше. Прокладка какая-то дубовая прям. Самое главное, что здесь коленвал. Стучит. Ну я, по-моему, думаю, что стучит это в поршне. Здесь надо поршень снять и за шатун покачать. По-моему, ребята, коленвал. Ничего. Да. В шатуне вверху. Так он крутится. У меня там это уже второй или третий двигатель. Есть еще педальный движок. Но я его не буду полностью разбирать. Для меня самое главное было снять поршневую и посмотреть шатун. И с этой стороны. Темновато. Вроде резьба есть. Здесь шлицы. Да собрать можно. Ну, по болтам непонятно. Вроде как еще и не откручивается. Здесь вот нету. А здесь вот есть. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. И раз, два, три, четыре, пять нету. Так что вот так вот как-то. Вот такая вот еще рама. С Риги 22. Хочу движок с колхозника. Ну, не знаю. Пока еще здесь не вырезал ничего под этот двигатель. Может, из двушки поставлю. Там дальше будет видно. Так что так вот, ребята. Вот такой видос хотел собрать. А мопеды пока приостановились у меня. Не собираю. Похолодало на улице, да и времени не было. Как бы осталось колеса почистить. Движки, вот они, собраны уже. Сейчас тряпочку беру. Движочки готовы. Муфтовые валы.
готовы. Занялся я вот такими канистрами. Вот. Ну, я пока оформил подводочку. Можно оформить подсоки. Просто оформить под что угодно. Если кто желает купить, я могу выслать. Правда, без водки, без ничего. 10 тысяч. Кто желает приобрести в походы, в машину положил, и все. Все отлично. Так что, что хотел, я вам пока показал. А еще я хочу вам показать вот такую штуку. На День матери мы с пацанами делаем. Удивить нашу маму. Вот такой вот чемодан. Это сохраненный, я в нем с ним ходил в школу. Ну и короче, решили мы вот так вот замутить. Это, конечно, фальшивые деньги. Настоящих еще у нас столько нету. Так что деревом обделал. Вот так вот замутил. Чтобы ее, нашу маму, удивить. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. И всем большое вам спасибо за просмотр. Пока!